тогда понял. Это просто апокалипсис какой-то. Я ничего подобного в жизни не видел вживую. Я вам серьезно говорю, это шок. Только сейчас я вижу последствия того, что я пережил позавчера. Из какого ада я выбрался. По этой улице я эвакуировался. По этой улице я уходил. И вот, вот так нас принуждают к миру. Вот такая спецоперация Путина. Смотрите все, смотрите весь мир, как Путин разрушает мой город. Как путинские оккупанты разрушают мирный Харьков, в котором не было войны 80 лет. Наш город, который мы строили своими руками. Вы превратили его в руины. Это международное преступление, и вы за него будете отвечать. Запомните.